Да и мы постарались до какой-то степени. Но вот мы часто обсуждаем, где эта игла в яйце, ну, Путина в яйце или в другом яйце, но на твой взгляд, что же его тогда погубит? Да его уже все погубило, он мертвый уже. Мертвые — это моральная оценка, или там, не Не, знаю. он физически мертвый, просто как, на небе все уже решено. Тут вопрос технического осуществления в... И вот сегодня в Индии Махабхарату праздновали, по-моему, день Маха, или вчера, по-моему, ну вот днями. И там есть сцена, когда царевич Арджуна бросает лук на землю перед сражением пандавов и кауравов и говорит, что я не могу стрелять, это мои братья и двоюродные дяди, да еще у которых я вырос. А Господь Кришна ему объясняет, воплотившись в его возницу, он говорит, слушай, что такое воин? Противник уже умер на небе, там все решено. Твоя задача максимально точно сделать это на физическом плане. Вот это точно про Путина сейчас. Там уже все решено. Просто будет какие-то ряд событий, которые закончат это на физическом плане. Его нет, все. Там уже все взвешен один легкий. Ну да.